Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш эфир, и тема сегодняшнего эфира – это совместимость знаков зодиака. Вот у меня, кстати, недавно закончились отношения с Козерогом. Это кошмар. Как... Ну, а почему? Он не любит желтый цвет. Он хладнокровный. Он, вот, абьюз есть слово по-английски, вот он меня как абьюзировал, что ли. Абьюзировал? Да. Какое смешное слово. Слушайте, друзья, мы продолжаем. Следующий трек от исполнителя MD. Он, кстати, Овен. Попробуй, может быть, с Овенами у тебя сложится. 15 минут классной музыки на Гороскоп FM. Друзья, пишите ваши смс-ки.